Привет! Сегодня мы будем делать яблочный пирог, который называется шарлотка. Нам понадобится 1, 2, 3, 3 яблока, 4 яйца и сахар, мука и разрыхлитель. Сейчас мы берем 4 яйца. Сейчас будем очень хорошо размешать. Сахар. Яйца с сахаром, а сейчас добавляем муку. Насыпаем одну ложку разрыхлителя, чайную ложку. Всыпай. Все. И мешаем. Помогу я тебе. Теперь мы режем яблоко. Теперь мы рассыпаем яблоки. Ой. Ой. Все падает. Все. Все. Теперь мы размешиваем яблоки. Смазали нашу форму маслом, а теперь мы будем выливать. Я ложечка. Thank you.
Пока-пока. Да.